лекарство от рака еще не изобретено. Его еще нету, потому что 500 тысяч людей у нас в России ежегодно узнают диагноз рака. 500 тысяч – это огромный город, это и все ежегодно узнают. Но нужно нашей всей медицине, всем лучшим людям кинуть все силы на установление этого лекарства, на изобретение. И еще никому не удалось. Ну, в первую очередь, я думаю, нужно поголовно очищать воду, поголовно, и с экологией борьба. Хотя я считаю, что вот есть люди, которые в Москве живут, в центре города, тут дым и пыль, а они живут, долгожители, и ничего им не делается. А кто-то там на воздухе, а в лесу и рак. Вот, а поэтому вода, нужно воду очищать. Питьевую воду нужно очищать в международных масштабах. А воды мало, ее нужно оберечь. Лекарство от рака еще не изобретено, но я верю, что его изобретут. Потому что если 500 лет назад нельзя было вообразить, что кусок железа, набитый людьми, будет летать и очень долго будет лететь, это, а сейчас мы летаем, а мы на самолетах летаем. Вот, а раньше это было вообще нечто невозможное. И я уверен, что обязательно изобретут от рака лекарства.